Ripple жертвует 200 тысяч долларов двум некоммерческим организациям для борьбы с COVID-19. Согласно твиту, Ripple пожертвует 100 тысяч долларов фонду реагирования на чрезвычайные ситуации COVID Tipping Point Community и 100 тысяч региональному фонду реагирования COVID фонду Силиконовой долины. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе последних событий.